Чокнушка пьем. Вот мы это самое в Половскую отогнали каракат. Сегодня будем спускаться от этого самого от омута до сюда. Сейчас на машинке укатимся обратно. Полный штиль. Мы идем на омут. Вот мы. Ну вот мы и опять в Хопре. Да. Утро красит тиной зеленой. Женя уже через березы перепрыгнул. Да, перебрался. А у нас есть в улове уже первый окушок. Вот на эту сооружену. На эту тяпушку. Рекомендую. Это охота на бегемота. Как вчера такого надо поймать таким вот. Надо это так охота. Не кажется или ветерок все-таки какой-то идет? Жалко, не укололось. Я видел. Откнулось. Да рано еще, спит еще. Просыпайся, дура. Значит, спит. Бабочки летают, бабочки. Вдоль травы так, вправо. Кто сейчас туда наплывет, человек? Больше будем сегодня плыть, чем рыбу ловить.
тут все в тени. Так. Где этот ветер-то, который хотел? Начинал вроде как там показывать. Так, ладно, прощалка не сработала. Как этого был своего вчерашнего, да? Да. Смысла нету экскрементировать. Сегодня перекур. Понедельник, день тяжелый. Хотя я еще таких вот перспективных мест особо-то я не замечал. Вот место хорошее было. Тут всегда что-то либо хотя бы плевало, либо попадало. 10 часов. Мы еще только час как плывем. Гремя огнем, сверкая блеском стали. Парковая оказалась нынешней улица Майской стачки. Иллюзион стоял практически на месте Победы. Удобное место, однако. И тоже был двухзальный. Утром кафе почему-то разливали в кружке английской емкости, в пинту и полпинту. Что Виктор счел даже по советским меркам недорогим. Пиво подавали официант. Виктор сел за столик в углу, продаваемый ветерком, и заказал девушке пинту, пиво и воблы. Закрыты были еще. Зато высажены вокруг павильон жасмин, начисто отбивал запах пива. Пьяных не замечалось. Видимо, на случай оных имелось наличие пары дюжин грузчиков в халатах, свалящих от скуки махру в открытой задней дверь. Публика вообще была приличной, хоть и разношерстной. От нарядных дам в дорогих шляпках и их щегольских кавалеров до парней в скромных парусиновых брюках, изы чем-то напоминавших орден. Ну что, где твой большой? Смотри, хороший. А вы тот самый писатель? Вали побольше. Хе, пока что не было. Да не прибегай. Хорошо, что он тоже. Я лейтенант Харчев. Евгений, далеко не убегайте. Дмитрич! Есть повод. Ты так лучше бы веслами махал. Да, вчера твоя какая-то спящая была. Сейчас, ну как легла, так и все, блин. Да, и до дому. А, везите куда уже. Женя, подожди, не греби. Спеешь, отгребешь еще. Весла так и не перевернул, хотел весла перевернуть. Никто не сказал. Такая сегодня жара. Шесть, наверное, градусов. У нас сегодня вот такой праздничный стол.
Видят его же, блин. Крутись, смотри, какой мелкий. С озера уже нечему собиваться. Тот ты ее тут уже съел. Больше некому. А он булькнуло. Да. Все заросло, заросло. Ой, блин, вот. Машка. А, зеркало на себя посмотреть, блин, потом. Какое пухшее. Ты узнаешь его, ты узнаешь его. По вымени. Видишь, нас обгоняет, кто пожелает. Да, когда нам нужно весло с левой стороны. Бросай воблера своего. Давай. GoPro, снимай видео. А, он снимает. И что, никто? Здесь такое место. Шикандос. Вот на перекатике умылся водичкой. Стало хорошо. Мошкары сегодня. Вообще. Только что Андрюха на этом перекате спугнул, говорит, большого хариуза. Сам он там сейчас глубокие места проходит.
Да. Забрасывать-то некуда. Ветер подул, видишь. Не было ветра, плохо. Появился ветер, плохо. Вы забыли, как кидать при ветре? Хоп, нифига, у него заброс дальний. Вообще. Дальний. О, этот взял ему под леску. Давай, лови, Андрюха, щуку. Ну, хоть окуня. Женя, давай лови ты, блин. Все, все мне-то, все я должен ловить. Попробуй поймай, когда на веслах сидишь. Правильно. Есть. Женька, тут этой рыбы, блин. Да была бы она. Я тебе еще раз рассказываю. Ты же был за комбовой. Ее там, может быть, и много, но она не ловится. А когда это самое... А когда эти самые за корюхой приходят, она... а он не ловится, камеру опускают, а там этого корюха или сигов. А придется пить. О, да. Полдня. Наконец-то. Кто говорил, что здесь рыбы нет? Врут, наговаривают на речку, блин. Рыбы завались. На два крючка села. На два, она пытаясь старалась. Ну что, здесь вроде не жарко? Может быть, здесь обед приготовим? Дальше? Снова пользуемся гулливерскими силами. Женьку тоже протащи. Женька пройдет мимо кашки. Говорю, не бульки, типа. Особенно веслами. Вот так вот все заросло. Сейчас пойдем. Просто проходим. Здесь нету рыбы. Рыба есть, но она не ловится здесь. Как вот ее поймаешь? Вот она, середина лета. Середина лета она. Солнышко ушло. Да, вот Женьку утки пугают. Чуть не обкакался. Хорошо, что я ее из травы просто выгнал.
Значит, она есть, но не хочет есть. Так, попал. Какая? 500. Фу, 500 это хорошо. Так вот, небольшая была. Ну что, она жалко было? Это было внизу. С подсаком или без? Вот видишь, он ведь есть подсак. Есть же подсак. Есть же подсак, блин. Все понятно. Это... Да есть она, блин, что ты скажешь, блин? Столько, блин, прошли, столько видели, блин, ты говоришь, нету. Блин. Так, 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 вот опускается, вот, вон там дыра, вон там дыра. И вода холодная, холоднее, чем везде. Щель в земле. Не знаю какая, меловая. Охлаждайся. Дыра. Дыра. Дыра в земле. Кому? Женьке? На ему. О, солнце ушло, сейчас должен окушок увидеть свою наживку. Они ослепнут, да? Что-то у них там было или что? Затянула старой тиной. Вон он там у берега прячется. Вон. Под самый берег. Как туда? Не знаю, что заплеснулось. Вот здесь вот место щучье, честно. Так, блин, здесь, понимаю. Здесь это самое, я на попера ловил. Вот вдоль этой травы. Так, пум-пум-пум-пум-пум-пух-шех. Я, правда, ее не поймал, но она как это, как тигра выпрыгивает, блин. Так. Не, не надо, не-не. Ну, шел и хорошо. Где ты обращалась? Ну, сейчас уже... Переставляться ему поздно. Почему? Ну, содержишься, мы тебя подождем там, он дальше. Ну, вот развернись и кинь ничего. Назад. Сейчас. Нам-то ведь пофиг, кто поймает. Это самое. Вопрос. Нам выпей гон. Хорошие места.
Ты прикинь, подними воду здесь на 70 сантиметров, прикинь. Как будет хорошо, блин. Ты не успеть с такой проводкой уколоться. Неужели немножко свежее, нет, или мне кажется? Или я выдаю уже живая моя за 10 лет? Я вот, например, в этом месте где-то и... А, ну сейчас уже Тинькова скоро пришел. За поворотом там Тинькова. Так смысл-то вот нет, я не понимаю. Да никакого смысла. Ну тыкай же его, тыкай. Подними бродню-то. Бродню подними, говорю. Правую бродню подними. Но завтра, но завтра. Ой-ой. Не все вновь. Ага. Ну сядь пока на бонды. Скатимся, скатимся. Нет, там не пойдет. Пойдет, пойдет. Смотри, все, уже идет. Опа, 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 опа. Вот, ну гораздо лучше, чем через камни идти. Тоненький же очень удивится, если мы слева появимся. Неожиданно так. Женька прошел как раз. Всех разбудил. Ну правильно. Сейчас мы это сам повернем за угол, у камня Костиного, там будет тень, или Тинькова. Да есть она. Все подошли к камню, камень. Вот из которого делают каменный цветок. Вообще. Вообще. Нет водицы на реке. Просто вот. Наживку карп не идет сюда. Вот подходим к Тенькову. Интересно. Что нас ждет сегодня в этом месте? Сегодня уши сгорят, уши сгорят. Надо будет сметаной мазать уши. Да, вам хорошо. Я гляжу, тут Женька на меня наплывает. Ну-ка, торопись. Уля-ля. Все французы. Цигель, цигель, ай, лю-лю. Смотри, это место какое. Слушай, вроде начинает обдувать, да? Обдувать-то обдувать, это будет обдувать. Да. А вот смотри, там, в принципе, если к берегу прикосячить вон к тому, там вроде как тенек, да? Не в самой этой самой заводе, вот, прямо вот.
Ну-ка. Вон она, плещется. Ну, а тут, тут сплеснуло, вот куда ты бросил. Потом вот туда, на берег. Так это ж просто, чтобы выпить. Да. Мы ее видели? Мы ее вычислили? Мы сюда хотели пристать к берегу, в этом месте, в тенечке. Ну давай сейчас, да. Очень длинный. На мутке тоже ловилось. Ну такое длиннющее. Обед. Сосиски сварятся, добавляем суп. Горшочек вари. Женя, как тебе здесь? Опупительно. Ну, если выражаться. Передай привет своему напарнику, с которым ты был сегодня должен работать. А, Иваныч, привет. Да, да, Иваныч тоже. Слушай, извини нас, то, что мы как бы так. Я один, кстати, да? Сорога. Ну, тоже неплохая еще. Покажи. Сорога-то неплохая. Ну, вот это мечта пройти речку с удочкой. Да. Ой, здесь хорошо. Ну шоу уходят, уходят. Надо мельче сделать. Не, у него только груз на дне лежит. У него крючок-то, блин, на дне лежит. Д'Артаньян такой, да? Вот у нас космонавт в скафандре сидит, наблюдает. Кого? Окуня. Ну, пока я снимал в скафандре этого, он поймал окуня. Ну, на этом перекате, я на этом перекате много раз ловил и щуку, и хариуза. Вот на этом перекате. Какой-то пакет у него там. Ты пройдешь, я-то нет.
Было бы неплохо. Было бы неплохо. Жить. Я на банах сижу, чтобы... Обязательно надо говорить русскими словами. А до этого был необычный. Андрюха ловил на необычного. И поэтому не клевал. Сейчас поставит обычного и все. И начнет. Тем более Вовка сказал, Вовка, говорю, Женька сказал «во». Во. Почему я сказал «Вова»? Потому что Женя сказал «во». Во-во-во. Она есть, но не хочет пока. Да, он какой-то одиночка. Удача. Давай, иди дальше. О, была маленькая вообще. Ну, туда не надо. Пусть стоит. Все. Я хотя бы увидел, а Женька вообще ее даже не видел. Все устали. А? Чего? Не выдавай желаемое. Все дела. Утки, что ты боком-то пошел? Все, у тебя все хорошо. Такой хороший окунь. Больше, чем сегодня какой-то был пойман. Чего они вот не пьют? Он пробежал, блин, я притормозил, он остановился. Ну-ка, блядь. Так кунишки есть, оказывается, тут у меня. Окунь? Да, вообще хороший окунь. Прямо после конца окунь. Ага. Яркое солнце сегодня вообще. Жарко, хоть и облачно. Комары нас сегодня достали вместе с мошкарой вообще. Да. Река в этот раз очень мелкая, очень.
Я тут сейчас на камушке сижу. Какие дела? Эй, там на берегу. Рыба есть? Рыбы нет? Нету. Ну и все тогда. Домой пешком. Никогда этого камня не видел. А он есть, да? Вот за этим камнем всегда стоял. Щука, мы не знали. Второй год. Гаденыш, а? Окунь был, видишь? Не подсек, не ожидал. Ну, все уже. Тащу его. Гадко. Блин, ну что они в нос-то ползут? Зачем? Мелкие-то окушки бегают все равно за ним, блин. Не, когда воды много, она потемнее. Но она прозрачнее. Ну, темная. Сейчас она все-таки немножко мутноватая как-то. Его сожрали. Да, сегодня... А чему зря остались? Нещадно нас сегодня тут. Поимели. Не могу себя поимели. Так нас все поимели. Да. Вот под этой вот елкой живет хорошая щука. Не-не, она живет, но она ленивая. С ней надо договариваться. Она реально живет. Вот мы и под Павловской. Давай вот эта кошечка тут. Рыбка в банке. Рыбка в банке, да, килька в банке. Вот поели кильку, поторопились. Нет, надо покупать ее. Не надо ругаться. А было съесть ее всю. Две банки. Две банки сразу, да. У вас то яйца есть нельзя, то кильку, блин. Сами уху варят и едят на рыбалке рыбу. И ничего. А килька так почему-то нельзя. Ну, кильку тоже кто-то поймал. Блин, там наверху вон деревья качает. А у нас нифига. Фу, блин. Ветер не везде, да, нужен? Как они наели у тебя тряпочка? Ты... Что это там голое? Не за гривами. Thank you.
пошла еще три. Вот здесь мы переходили. Она здесь. Опа. Опа, опа. Это мика. Это микаца Хариус. Ну мелко, это что тут, как вот тут? Вот дядька Генка, покойничек, слава его небесная, земля ему пухом, он здесь делал эту, строил эту, запруду, грубо говоря. Колышки втыкал и переплетал, да, и делал только там такое место, где можно было, узкое место. Сюда ставил, да. Или? Да, выходи, иди, лови Хариус. Топтано. Что-то такое, как будто кто-то тут спускался. По нашим тропкам ходят теперь нынче медведи. Там наверху стоял наш дом. За ним был клуб, церковь. Тут стоял дом Давыдовых. Дальше вся Павловская, Часовинская. Да, тут какая-то рыба ходила. Раньше мы тут бродом переходили. Здесь у нас была полоскалка, водонабиралка. Вот тут уже идет лопата. Лопата. Мы ее будем оплывать. Да. Здесь мы в детстве купались. Там вот был омут. Мы в нем купались. Здесь мы воду набирали. А? Снова? Кого? Опять? Вот Андрюха говорит, что у него опять была щука. Мишка здесь уже все обсудил. Там он стоял. Да. Он очень. Заканчивай. Нехило тут. О, хорошо. Мы под ним еще проплывали. Ёлка, не бабай, вы что? Ладно. GoPro стоп видео. Либо кто-то. Ладно, все. На сегодня закончили рыбалку.